Кто из нас не знал надежнее лазейки из царства холодов в республику тепла? Мы собирались все у маленькой хозяйки, она была всегда мила и весела. И в долгий летний день, и в зимний день короткий, неведомо за что съедали нас дела. Но вечером мы все у маленькой красотки сходились, и она всегда была мила. Сходились голоса, сплетались интересы, не портила бесед ни ссора, ни вражда. И все мы вновь и вновь у маленькой принцессы встречались, и она была всегда. Ее любили все, чем дальше, тем сильнее. Никто не знал, когда все это началось. Чем лучше было нам, когда мы были с нею, тем хуже было нам, когда мы были врозь. И приближался крах веселой нашей шайки, поскольку где любовь, там ревность и раздор. До некоторых пор у маленькой хозяйки не видывали ссор, но с некоторых пор мы, перья распустив, вытягивали шеи, сверкая в полутьме огнем ревнивых глаз. Чем дальше, тем острее, чем дольше, тем сильнее претензии росли у каждого из нас. И так за часом час никак не разберемся, и каждый, наконец, решил себе тогда, что надо уходить, не то передеремся. И вот мы разошлись обратно в холода. А милый наш кумир, прелестная игрушка, стояла у окна, глядела нам во след. Она любила всех, ей было очень грустно, не менее, чем нам, но может быть и нет, но может.